Ребята, всем привет! Поздравляю вас с началом весны, и как нам всем известно, когда наступает наша прекрасная весна, мы начинаем задумываться об экзаменах, потому что понимаем, что до них остается достаточно мало времени. До ОГЭ остается около 2 месяцев, и, возможно, вам страшно, потому что до этого вы не готовились или готовились не так усердно. Поэтому, если вы выбрали для сдачи биологию, с чем я вас и поздравляю, потому что ваш выбор вроде бы уже изменить нельзя, я помогу вам сдать этот экзамен. У меня уже есть очень много материала в моем телеграм-канале, но об этом попозже. Поэтому продолжайте смотреть это видео, я думаю, оно будет для вас полезным. Сегодня я расскажу вам о своем новом проекте, как я буду помогать 9-классникам готовиться к ОГЭ бесплатно. И также я расскажу вам, как вы можете уже начать подготовку до выхода этого проекта в свет. Поэтому продолжайте смотреть и всем приятного просмотра. Давайте начнем с того, что я расскажу вам, кто я, как я, где я и почему я вообще помогаю вам готовиться к ОГЭ. Меня зовут Настя, я учусь в 10 классе, и в 2022 году я сдала ОГЭ по биологии, по химии, по русскому, по математике, все на пятерке. А биологию я сдала на 39 баллов с 45, химию я сдала на 37 из 40, математику, давайте поговорим о математике, математику на 27 из 31 вроде бы, и русский на максимальный балл. Моя история помощи 9-классникам по подготовке к ОГЭ началась этим летом. Я начала делиться с вами конспектами, просто чтобы вам они были полезны, как по химии, так и по биологии. Позже я начала добавлять различные задания, искать вам вебинары. И так мой телеграм-канал превратился в небольшой сайт для подготовки типа «Решу ОГЭ». Там были задания из моей онлайн-школы, в которой я раньше училась. И также я добавляла различные задания из сборников этих лет. Поэтому как-то так, в моем телеграм-канале готовится уже большое количество людей, также я рассказываю там про свою подготовку к ЕГЭ, показываю весь этот процесс, на меня подписано достаточно большое количество 11-классников, поэтому аудитория там максимально разнообразная, вы обязательно найдете что-то для себя, подписывайтесь и, пожалуйста, будьте активны, потому что мне очень нравится, когда вы проявляете активность, смотрите посты, комментируете их, это очень приятно и настраивает на более продуктивную работу и совершенствование контента. Но давайте я все-таки расскажу, что же вас такого крутого ждет в телеграм-канале. Во-первых, там есть весь курс для подготовки к ОГЭ. То есть, если вы сейчас не хотите еще ждать интенсива, который я очень интенсивно готовлю, то вы можете уже начать свою подготовку к ОГЭ с помощью этого курса. Вам просто нужно перейти в закрепленные сообщения. Здесь я вам буду показывать. Вы переходите в закрепленные сообщения, и там написан план подготовки к ОГЭ за 4,5 месяца. Дело в том, что примерно 2,5 месяца назад я выкладывала видео, где рассказывала, как я сделала этот план, из чего он состоит и как он поможет вам подготовиться на 5. Да, сейчас у вас уже меньше времени, но вы можете начать изучать какой-либо из разделов. И я очень советую вам начать изучать общую биологию, потому что этот раздел дает большое количество баллов. С общей биологией начинать изучение правильно, потому что мы начинаем изучать биологию уровнями. Сначала мы с вами изучаем молекулу, потом мы изучаем с вами клетку, потом мы с вами изучаем ткань, орган, организм и так далее. И только так у нас с вами выстраивается правильное понимание биологии без зубрёжки. Поэтому переходите в телеграм-канал, ищите самое начало курса и начинайте его смотреть. Там как раз начинается эволюция, но можно ее пропустить. Эволюция — это различные Ламарки, Дарвины, поэтому просто пропускайте и начинайте с химии клетки. Кроме конспектов, которые я писала от руки, у вас там также есть вебинары и задания прошлых лет. Поэтому вы просто переходите в комментарии под постом, и там у вас будут как вебинар, так и задания к определенной теме. Так что тоже ознакомьтесь, посмотрите и начинайте свою подготовку. Если вам хочется поподробнее посмотреть про этот курс, в скором времени я выпущу новое видео, но при этом вы можете еще глянуть вот это, там я тоже достаточно подробно рассказывала про весь план подготовки. Давайте теперь расскажу вам про свой новый проект, как он вообще появился и чем он вам поможет в подготовке к ОГЭ. Недавно мне написала девочка, моя подписчица, и она предложила мне сделать большой веб на несколько часов для того, чтобы разобрать с вами какой-то определенный раздел. Я сразу подумала про общую биологию, потому что она достаточно важна на экзамене, и она дает большое количество баллов, поэтому действительно не забивайте на нее, она очень важна. Поэтому я решила, что я действительно с вами пройду сначала
общую биологию, мы посмотрим вообще, что это за такой формат 6-часовых вебинаров, посмотрим, будет ли он вообще вам полезен, понравится ли это вам, поэтому я надеюсь, что это будет достаточно интересно, и если вы хотите принять в этом участие, а оно совершенно бесплатное, просто переходите в телеграм-канал, там будет большое количество информации о новом проекте, и, конечно же, будет его анонс и трансляция на YouTube. Поэтому подписывайтесь там и там, ссылка на телегу в описании или в закрепленном комментарии под этим роликом. Сейчас немножко покажу вам, на какой стадии находится этот проект. Вот так вот я уже начала оформлять презентации-конспекты. Можете ознакомиться, достаточно много картинок я включаю для того, чтобы вы понимали материал вообще. Я действительно загорелась этой идеей помочь вам подготовиться к ОГЭ. Сейчас я на самом деле в 10 классе не стою на месте, я готовлюсь к ЕГЭ, и недавно я прошла общую биологию, так как я нахожусь на полугодовом курсе, но об этом чуть попозже, я начну снимать об этом видео, это будет тоже достаточно интересное видео о том, как я перешла из одной онлайн-школы в другую, поэтому тоже его обязательно ждите и посмотрите. Поэтому пока я нахожусь на стадии создания, думаю, через 2-3 недели мы обязательно проведем этот стрим, мы посмотрим, весь анонс будет в Телеграме, поэтому обязательно переходите, вот, в Телеграме уже есть очень много чего полезного, как минимум весь полный курс подготовки к ОГЭ совершенно бесплатно, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, будьте активными, и это будет очень мотивировать меня на создание новых материалов и на большую помощь вам. В принципе, это все, что я вам хотела рассказать. Никогда не переставайте верить в свои силы, не переживайте то, что осталось очень мало времени, вам просто нужно успеть взять себя в руки и начать готовиться. На 4 вы спокойно сейчас можете вытянуть, главное работать. И все, что вам нужно на 4 и даже на 5, есть в моем телеграм-канале. Главное, чтобы у вас было желание заниматься и работать. Поэтому я желаю вам удачи, я желаю вам желания к учебе, я желаю вам, чтобы вам было учиться не в тягость, чтобы вам это нравилось. Я буду ждать вас во всех своих соцсетях. Всем пока!